Привет, с вами Magic Lesson. Сегодня у нас трюк с картами. У меня есть колода карт, все карты разные, могу зрителю показать. Прошу зрителя выбрать любую карту из колоды. Допустим, выбирает какую-то случайную карту, вот эту. Далее я попрошу зрителя запомнить карту, которую он только что выбрал. Это девятка черви. Хорошо. Данную девятку мы уберем куда-то вот в середину колоды. И закроем. Все, никаких брейков, колода. Обычная карта замешана. Итак, теперь я буду вот так пролистывать карты, а зритель в любой момент скажет «стоп». Итак, поехали. Зритель говорит «стоп», и давайте посмотрим, что за карту он выбрал. Это его карта. Итак, переходим к секрету данного трюка. Но вначале хотел бы вам напомнить о нашем магазине карт, в котором вы найдете любые карты на свой вкус. Ссылка под видео. Какой здесь секрет? Для начала просим зрителя выбрать любую карту. Зритель ее выбирает. Мы ее не показываем, кладем сверху. Далее делаем двойной подъем. Если не можете его делать, ссылка здесь. Переходите и обучитесь. То есть смысл в том, чтобы поднять не одну карту верхнюю, которую реально выбрал зритель, а поднять сразу две карты. Мы поднимаем. Зрителю кажется, что здесь сверху пятерка пики. На самом деле сверху лежит вообще восьмерка буби. Но зритель видит пятерку пики и запоминает ее. Мы будто бы пятерку, а на самом деле восьмерку убираем в середину колоды. Все, зрителю кажется, что карта замешана, но на самом деле помним, что его карта все еще сверху. И далее просто держим карту вот таким образом, здесь тремя пальцами. Указательный здесь, и начинаем вот здесь пролистывать большим. Когда зритель говорит «стоп», мы поднимаем вот эту часть колоды, но при этом верхнюю карту, которая и является картой зрителя, мы придерживаем. Соответственно, у нас вся колода уходит, но вот эта карта, карта зрителя, остается. Нужно сделать очень быстро, чтобы незаметно было зрителю этого движения. И зрителю кажется, что он остановился на своей карте. Вот такой вот трюк. На этом сегодня все. Друзья, мы раскрываем вам секреты многих интересных фокусов, поэтому не пожалейте лайки, не пожалейте комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока!